добрый день, друзья! Сегодня, в ночь со 2 на 3 декабря, мне снится сон о том, что я сплю. Ну, это я осознаю, что я сплю. Но на самом деле во сне-то я еду по Америке на своем стареньком доджике Plymouth Voyager. И встречаю на автозаправке, как вы думаете, кого? Правильно, Доню Трампа. Мы с ним начали за жизнь разговаривать. Доня мне стал жаловаться за то, что с ним нехорошо так на выборах поступили. А я ему возьми да и ляпни. Так у меня есть компромат на сонного Джо Байдена о том, что он торгует наркотиками. Доня обрадовался, как ребенок. Мы с ним пошли прогуляться вдоль какой-то реки. Уж не знаю, название реки у меня во сне почему-то не вырисовывалось. Я еще пожаловался Доне на его помощника, президента. Говорю, как же так, он тебе такой интересный материал не в состоянии накопать. Ну, мы с ним попрощались, и я пошел купаться. Только почему-то уже не на реку, а на берег океана. В этот момент мне звонит телефон, и на телефоне звонок Трампа. А он говорит, слушай, надо со мной прокатиться в Белый дом. Там кое-что, так сказать, нужно оформить. И я собираюсь уже добраться до своего Plymouth Voyager, и оказывается, что я как-то далековато до своего места и до кортежа президента. Ну и пытаюсь добежать ногами своими, чувствую, что никак не успеваю. Впереди меня идут семья филиппинцев. Я к ним пристал, говорю, тут такси есть где-нибудь какое-то? Мужик-филиппинец сразу куда-то слинял. Через секунду появился уже на мотоцикле и предложил за каких-то 20 дохлых енотов с изображением Эндрю, седьмого президента Америки, подвести меня к месту стоянки кортежа президента Трампа. Я сажусь только на мотоцикл и в этот момент, зараза, в 4 утра просыпаюсь. Лежу и думаю, а ведь сегодня идут 18-е лунные сутки, когда снятся вещи и сны. Вот я подумал, а может все-таки Трамп как-то извернется и останется президентом Америки? Ну вот такой вот у меня сумбурный сон получился. Удачного всем, хорошего настроения.